друзья, подписчики и гости моего канала. Меня просили снять уход за лицом. Хочу вам сегодня продемонстрировать вечерний уход за лицом. Я готовлюсь ко сну, сижу в таком халатике с бубончиками перед вами. Значит, ну сначала нужно сделать демакияж, да? У меня вот такой срез есть, мицеллярная вода от Oriflame. Наливаю. И снимаю макияж с глаз. Прекрасно убирает весь макияж. Вот, смотрите. Обалдеть, как все убирает. В ручку. Нарисованную. Я же рисую брови. Раз в месяц хожу обрабатывать их в салон, к армяночке. Я же неоднократно говорила по восточной методике, ниточкой. А потом в течение месяца так ее подравниваю и подкрашиваю. Вот, видите как? Я бы не сказала, что средства слишком много расходуются. Немного. Абсолютно. Вот, убрала. Ну и с губ. Ужас, сколько грязной косметики было на лице. И пройдусь еще одним ватным диском. Расход на диски. Третий диск. Снимаю тональную основу. Все по массажным линиям. Лицо сразу начинает краснеть. Это временно. Вот. Такой первый этап очищения, чтобы легче было смыть. Не делаю ванной, потому что у меня там плохое освещение. Там я получаюсь вообще какая-то темная, какая-то вообще, не знаю. Все, отставляю это средство, потрясающее средство. Специально эту ванночку с губочкой приготовила, да. Беру гель для умывания серии Optimals, который я недавно купила, и тоник. Вот это вот второй этап очищения, демакияжа, да. Вот так вот, раз, немножечко. Вставляем. Такая рука большая у меня в экране. И тоже по массажным линиям, пеночкой. Так буду держать тазик. Тазик держать буду. Она взбивается в пеночку. А потом все смываю водичкой. Конечно, это неудобно. Глазки захватываю. Ой. Водичка такая хорошая, прохладная. Ой. Сейчас еще посмотрим с вами, как убрала это очищение макияж или не убрала. Потому что завершающий этап очищения, если вы знаете, да, это тоник. Вот так я готовлюсь ко сну. Сегодня ночной крем наносить не буду, нанесу маску. Маска-крем, которая омолаживает за ночь. Тоник. Мне надо его, кстати, перелить. Рука мокрая, открывается. Во флакон с распылителем. Так более экономично. А то так бух сразу на ватный диск. И всем рекомендую так делать. Вот. Протираем. Остатки очищения снимаем. Шейка тоже. Ну, в принципе, хорошо все убрала. Вот, ничего нету. Сейчас по глазам еще пройду. Хотя не рекомендуется тоником протирать глаза. Имейте в виду. Вот, видите, на глазах осталось тушь чуть-чуть. Ну, ничего. Все, вот теперь я подготовила свою кожу. Вообще, я пользуюсь серией Novage от Oriflame. Вот такой дневной и ночной крем. Да, это серии эксклюзив.
Но сейчас я буду пользоваться маской из этой серии, наносить ее на ночь. Что она дает? Эффект восстановления. Повышает регенерацию клеток кожи. Вы встаете утром помолодевшие. Вокруг глаз, как я и показывала, у меня тоже такой крем Optimal с шариком, мне нравится. Наношу крем вокруг глаз. Простой уход, абсолютно, очень простой. Я уже говорила, да, я люблю вот такие вот вокруг глаз с роликом. Это очень удобно. В то же время массаж. Все, вот видите, я по глазничке провожу. И с другой стороны, чистота. Нет прикосновения пальцев. И вот так вот, раз, такими движениями, по глазничке, слегка похлопали. Беру вот эту масочку. Вот такое количество. Равномерно разношу по лицу. По массажным линиям мне очень нравится эта маска. Ссылку я оставлю внизу, кто хочет покупать со скидкой себе. В принципе, я возьму еще чуть-чуть и нанесу на шейку. Ну как же без шейки? Шейка, вот, все движения только наверх, только наверх. И похлопали себя так, любя, 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 любя. Не до остервенения, только чтобы это не было стервозности. И личико. Оно как крем, вот это средство, как крем-маска, мне оно что нравится. Конечно, можно носить еще и ночной крем, потом эту маску. Но я что-то, кажется, мне что-то не хочу перезагружать кожу, она у меня и так напитана хорошо. Поэтому я это не делаю. Вот. А утром, как я делаю уход, с этими же вот средствами. Утром встаю, умываюсь. Опять такая рука крупная. Умываюсь, тонизируюсь и наношу крем вот этот вот с витамином Е, который на данный момент мне необходим для моей кожи. Простой крем. А из дневной, значит, вот Day, я пока отставила его, пусть пока не пользуюсь вот этим. Беру на ночь маску и вот этот крем. И то вот этот вот маску два раза в неделю наношу. А в принципе все, девчонки, вот он весь мой уход. Ничего такого вычурного нету, можно использовать любые средства абсолютно. Главное помнить... Значит, знать, очищение состоит из двух этапов. У кого-то молочко, у кого-то очень сухая кожа, молочко используют, тоник. А потом наносится вокруг глаз либо дневной крем, либо ночной крем, смотря утро или вечер. Я так делаю каждый день, утро-вечер. Еще и в салон хожу дополнительно. Вот перед вами такая естественная света. Будут вопросы, пишите. Ссылочку я оставлю, если вас заинтересует. Можете зайти, просто даже зайти посмотреть каталог, какие там продукты. Но имейте в виду, если вы в интернет-магазине зарегистрируетесь, вы будете покупать минус 20% от цены в каталоге. Ни к чему я вас не призываю, просто даю информацию. Потому что все... Мы должны знать, да, должны делиться. Владеем информацией, значит, нужно поделиться ей, этой информацией. Может, кому-то и пригодится. А, кстати, вот видите, я вчера была, все-таки попала в салон, в парикмахерскую. Меня перекрасили, я стала такая чуть-чуть потемнее. Но, ну, не пугайтесь, я таким цветом не останусь. Это все подсмоется, и опять потом все пожелтеет. Ну, такой пепельно-русый она мне сделала. Но мне понравилось. Она чуть-чуть мне подстригла, подровняла. Вчера, конечно, было лучше после салона, такая вся была. Но я не стала снимать на видео. У нас была, значит, был семинар, у нас женщина пригласила там
на информацию по одному тренажеру, мозговому тренажеру. Кстати, я, наверное, с ней запишу интервью, она расскажет, может, вас заинтересует. На этом хочу закончить. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что просите, что вам показать. Мне это стимулирует снимать видео, а то от меня опять муз сбежал. Муз. Ева из Канады поправила муж. Не муж, муз от меня сбежал. Нету вдохновения никакого. Вот поймаю муза, буду снимать, может, еще какие-нибудь. Вы подсказываете, что снять. Я все сниму. Все, пока. С вами была Света. Если еще не подписались на мой инстаграм, подписывайтесь. И если кто впервые меня смотрел, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Все, пока-пока. Спасибо за внимание. До скорых встреч!